Хоть это и робот-пылесос, но он реально требует обслуживания. Он требует обслуживания и внимания. И первое, что я обычно делаю, я вот тряпочку смачиваю. То есть, хоть вода есть, воду заливаю из-под фильтра. Ну, дистиллированную, да, после осмос фильтра, чтобы не забивал. Намачиваю чуть-чуть тряпочку. Смотрю, там щеточка эта, забита, не забита. Вот. И дальше сам контейнер вот такой. Тоже чищу его, вытряхаю, ставлю. И вот сейчас пылесос готов к своим реальным обязанностям. Все, я нажимаю. Все, он соображает. И минут за 30, даже быстрее, он уберет мне квартиру. Ну, так, не сильно, конечно, супер классно, но, тем не менее, после вот этих вот жуков, там, песок кошачий, вот эти всякие собачьи корминки, он уберет. А вы переходите по ссылке в описании, там собрала для вас самые классные, самые топовые программы для здоровья. И такая программа, как Гидромакс, которая помогает наладить водно-щелочной баланс, ее можно найти по ссылочке в описании.